Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» проверил ход работ по ремонту мягкой кровли жилого дома номер 8 на улице Спортивная в Звенигороде. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». Как сообщил парламентарий, старт работ затянули в связи с пандемией коронавируса, но сейчас они идут в соответствии с графиком. Уже произведена заливка новой стяжки, уложен утеплитель, резюмировал Дмитрий Голубков.